шесть временных лет. Владимир. Начало книжения. Многие древние сказания о русской земле были собраны преподобным Нестором-летописцем в повести временных лет. Владимир после смерти Ярополка утвердился в Киеве. В то время князь еще был убежденным язычником. И стал Владимир княжить в Киеве один. И поставил кумира на холме за теремным двором. Деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами. И Хорса, Дождь Бога, Истри Бога, и Семаргла, и Мокош. И приносили им жертвы, называя их богами. И приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы, как Богу. До крещения Руси населявшие ее народы были язычниками, поклонялись идолам и приносили им жертвы. В год 983 пошел Владимир против ятвягов и победил ятвягов и завоевал их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отрока и девицу. На кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, на него-то и пал жребий. И посланные к нему, придя, сказали: «На сына дед твоего пал жребий, избрали его себе боги, так принесем же жертву богам». И сказал варяг: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Бог же один. Ему служат греки и поклоняются. Сотворил он небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам». Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же, взяв оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим, и кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. Феодор и сын его Иоанн стали первыми мучениками за православную веру в русской земле. Смерть варягов-мучеников заставила князя Владимира усомниться в истинности языческой веры. По его приглашению на Русь стали приезжать послы-проповедники из разных стран. В год 986 пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?» Учит Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина. Зато по смерти можно творить блуд с женами. Владимир же слушал их, так как и сам любил жен,
Но вот что было ему нелюбо – обрезание и воздержание от свиного мяса. А о питье, напротив, сказал он: «Руси есть веселье пить, не можем без того быть». Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой. Кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит, а ваши боги просто дерево». Владимир же спросил их: «В чем заповедь ваша?» И ответили они: «Пост по силе. Если кто пьет или ест, то все это во славу Божию». Сказал же Владимир иноземцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». Пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли». И спросил Владимир: «Что у вас за закон?» «Обрезаться, не есть свинины и соблюдать субботу». Он же спросил: «А где земля ваша?» Они же сказали: «В Иерусалиме». «Точно ли она там?» И ответили: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». Сказал на это Владимир: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?» Так повествует летопись о поиске князя Владимира истинной веры –